Всем привет! Наконец-то я собрал яйца от мини-мясных для инкубации. Как я их хранил? Во-первых, яйца необходимо ставить острым концом вниз, чтобы воздушная камера была сверху. Храним вертикально. Желательно после сбора яиц в течение суток их не трогать, если их вы хотите куда-то перевезти, а дать им отлежаться сутки. Для того, чтобы эмбрион правильно развивался, яйца хранить необходимо при температуре примерно 12 градусов. Ну, это если длительное хранение. У меня они хранились в течение 10 дней, а при температуре 10 градусов. Самый лучший вывод получается при хранении яиц 5-7 дней, а далее выводимость начинает падать. Курочки у меня живут в теплице. Мне приходилось несколько раз в день собирать яйца, чтобы они не переохладились, и заносить в помещение. Так как яйца сейчас готовятся к инкубации, они у меня пролежали при комнатной температуре 12 часов. Яйца я при хранении не мою и вам не советую. Сейчас я их буду мыть в растворе марганца. Предварительно замочу минуты на 2-3. Температура воды комнатная, ну примерно 22 градуса. Есть у меня информация по поводу сроков хранения и температуры хранения инкубационного куриного яйца. Если мы храним не более 3 суток, то можно это сделать при температуре 20 градусов. А при хранении около 7 суток это 14-15 градусов. И если мы храним до 10 дней, это 12-13 градусов. Ну, в принципе, они так и были у меня. Все, приступаем к мойке. Вот такая вода получилась. Помещаем туда все яйца и оставляем отмокнуть грязь на 2-3 минуты. Яйца промыты. Оставляем их подсыхать на бумаге и далее отправим в инкубатор. Как вы видите, каждое яйцо помечено, когда оно было собрано. Ну а в конце, когда цыплята уже выведутся, можно будет сделать вывод, какие яйца были оплодотворены, когда были собраны и кто из них вывелся. Пока я подготавливаю яйца к инкубации, я заранее уже включил инкубатор, поставил емкости с водой и установил температуру 37,8 градусов. Как вы видите, он уже прогрелся. В таком состоянии уже полдня у меня стоит. Желательно его хорошо прогревать перед закладкой яиц. Поворот никакой включать не нужно. О том, как продезинфицировать инкубатор, я уже рассказывал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Яйца уложены в корзину, ну, кто как называет, кто лоток, кто корзина. Также устанавливаем их вертикально, острым концом вниз, чтобы воздушная камера находилась сверху. Температуру я ставлю 37,8. Сейчас инкубатор пищит, потому что температура недостаточная от установленной. Как наберется нужное, он пищать перестанет. Ну все, ждем пополнения в семействе через 21 день. Периодически буду рассказывать, что у меня происходит.